Девочки, всем большой привет. Сразу извиняюсь за шумы. У нас идет ремонт. Соседи громкие, поэтому будем вот так снимать, потому что хочется мне поделиться своими покупочками. Сегодня я забегала в магазин и купила кое-что себе для губ. Да, я понимаю, что у меня коллекция большая, но ей появились кое-какие новинки, и мне захотелось с вами поделиться. Надеюсь, вам меня будет хорошо слышно. Так, ладно. Итак, поехали. Значит, начнем с вами с блесков. Блески будут от City Silk, Gloss и Lip Gloss. Значит, первый у меня в оттеночке, так, у меня фокус 01. Я потом наклеечку приклею обязательно. Вот так вот выглядит блеск. Очень красивый, мимо пройти не смогла. Я понимаю, что у меня и блесков, и помад много. Очень, кстати, приятно пахнет. Вот такой у него спонжик. И давайте посмотрим, как будет смотреться на руке. И, ой, какой красивый. Девочки, я дико извиняюсь. Так, наверное, нужно включить свет, потому что вы ничего не видите. Сейчас, девочки. Да, конечно, вот так вот он смотрится. Такой оттенок. Красивый очень. Пройти я, но не смогла мимо, чтобы не купить такой блеск. Блин, хочется поставить. Стой. Так, это у нас первый номер. Я потом все номера приклею к своим хозяевам. Так, дальше. Блеск в номере 02. Вот такой номер. Выглядит он вот так. У нас соседи не вовремя затеяли ремонт. И теперь мы мучаемся вот от такого шума. Такой вот оттенок. Увидела я новинки, конечно, мимо пройти не смогла и прикупила себе их в коллекцию. Блески я люблю. Знаю, что есть люди, которые блески не любят, но покупают. А я блески люблю. В плане носки. Так, дальше оттеночек. Будет 0,5. Вот так он. Так, фокус. Вот, 0,5 оттенок. И это вот такой вот красивый блеск. Средство для губ я люблю. Тем более сейчас я... уже у меня вышло 3 видео с моими макияжными болталками. Косметика больше стала расходоваться. То есть стала я краситься намного чаще, чем это было. Такие вот 3 оттенка. Он, знаете, он такой какой-то коричнево-розоватый с розовыми блестками. Так, вот такой. Стоять не падать. К тебе же бумажечка. И блеск в 0,9 оттенке. Их всего было вот в 4 оттенках они были. Так.
09 оттенок. Здесь уже бумажечки не было. Поэтому вот такой красивый. Я люблю блески для губ с блестками. Так. Поэтому пройти мимо, но я не смогла, чтобы не купить. Такие вот 4 блеска у меня появилось в коллекцию. Надеюсь, вам видно. Достаточно оттенки нежные. Так, дальше. Дальше пойдем с вами по помадкам. Две помадки я купила от Рута, новой серии. Там их, конечно, было много. Вот такая вот вышла у Рута серия помад. My Stylist или My Stylist. Рута Гламур. 18 оттенок. Так вот называется «Пепельная роза». Я, конечно, не смогла пройти мимо такой помадки. Их там было много. У нас-то коллекция представлена во всех оттенках, но как-то все оттенки набирать мне не хотелось. Да и денег столько нету. Постепенно буду подкупать оттенки. И, наверное, хочу собрать всю коллекцию вот этих вот помад. Меня заинтересовала пепельная роза, 18 оттенок. Вот так это выглядит. Такой вот оттенок. Давайте я вот здесь вот нарисую. Такой вот. Очень вкусно пахнет помадка. Так, такая. И вторая у меня в номере 21. Лунное притяжение. Называется. Давайте посмотрим ее. Такая. Они как-то немножко с разным скосом идут. Срезом. Такая вот помадка. Красивая, мне понравилась. Вот эта вот очень красивая помадка. Такие вот две помадки от Рут. Я, конечно, хотела больше, но в бюджете я была ограничена, поэтому как-то решила, что пока, наверное, хотя бы две возьму. А там дальше посмотрим. И 4 помадки я купила от марки, сейчас я вам скажу какой, Top Face. Здесь тоже их было несколько номеров. Сейчас, девочки, я вам скажу. Так, давайте вот так. Значит, вот так вот выглядит стик, ну не стик, а помаду в таком вот футлярчике. Top Face написано. 105. Так, это не то. Я так понимаю, что оттенок 007. Да, вот. На них не было ни тестеров, ничего. То есть я даже не знаю вообще, какие я оттенки взяла. То есть взяла, грубо говоря, на свой страх и риск, как люди говорят. Вот так вот выглядит сам флакон. Вот такой дешевенький флакончик. Коробочку я, естественно, выкину, чтобы... И это вот такой оттенок.
Здесь оттенок явно не мой. Пахнет, ну, честно говоря, не очень. Потому что не было тестеров, девочки. Поэтому взяла на свой страх и риск, как говорится. Так, у меня тут засветы. Сейчас, девочки, немножко лампу отверну. Так. Или вообще, что ли, лучше ее выключить. Давайте такой выключим с вами ее. Может быть, так будет лучше просто видно. Потому что отсвечивает все. Сейчас вам покажу оттеночки. Тут еще лампа стоит просто и загораживает немножко свет. Такие вот оттенки. Да, оттенок, конечно, не совсем мой. Вот так он смотрится. Но если бы был тестеры были бы, я бы, конечно, бы посмотрела по тестерам. Следующий оттенок какой-то у нас 009. Давайте тоже откроем, посмотрим. Будет смешно сейчас, если ни одна помадка мне по цвету не подойдет. А, что-то она не открывается у меня. Да, тоже не моя история. Но в любом случае, я еще такие оттенки на себе не носила. Я не знаю, как это будет на мне смотреться. Такая помадка. Что же у меня все бликует-то? Прям... Такая вот помада. Яркая, немножко не мой оттенок, но в любом случае все надо пробовать на губах. То есть тогда будет все более понятно. Следующий 013 оттенок помадки. Видео у девочки будет коротенькое. Так. Мини-релакс, так скажем. Не хотелось мне ждать, пока я докуплю еще что-то. Но вот это уже близко к моему оттенку, который мне нравится. Так. Такая она яркая. И последняя помада в номере 15. Я так понимаю, что у них вся линейка вот эта вот яркая. Вот, ну да, то есть оттенки яркие в этой линейке помад, и вот они, мне кажется, будут схожи чем-то. То есть практически нету отличия. Но вот это вот уходит больше в красноту, а вот это все-таки в бордовый такой немножко оттенок. Ну, в общем, вот такие вот. Ну, вот эти две, конечно, мне понравились больше помадки, нежели чем вот эти вот. Ну, и блески красивые. Ну, в общем, вот такие вот были покупочки у меня для губ. Небольшие, я думаю, что коллекция будет, конечно же, пополняться. Ну, и хочется тоже
часть коллекции потратить, потому что коллекция у меня не уменьшается, она только расширяется. В общем, вот такие вот покупки были для губ. Ну что, большое спасибо за просмотр. Завтра буду снимать четвертую серию видео макияж-болталку. Надеюсь, я вас не сильно утомляю этими видео. Ну что же, увидимся завтра. Всем большое спасибо и всем пока-пока.